Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим. Разом заради добра. Сьогодні у День пожежної охорони в темі дня у нас ветеран пожежної охорони, підполковник внутрішньої служби Віктор Сіянко. Доброго вечора, пане Сіянко, я вас вітаю в нашій студії. І, власне, ви багато років, майже все життя присвятили служінню, гасінню пожеж. Розкажіть, будь ласка, що вас привело в рятувальники? Ну, скажімо так, привел мене случай. Однажды, идя по улице Егорова, проходя мимо пожарной части, ну, естественно, я обратил внимание. Там стояли красивые машины, которые мы довольно редко видим. Стоял постовой, такой бравый пожарный, в боевке, в каске, с ремнем, с карабином и топором. Меня заинтересовало, я подошел ближе. В этом человеке я узнал своего знакомого. Поздоровались. Я спросил, что делаешь? Он говорит, я здесь служу. Ну, я спросил условия. Он начал мне рассказывать. Вдали я увидел, была там в углу четырехэтажная башня, где проводили занятия личный состав. Вот там караул как раз провел занятия. Смотрю, они бегают по вертикальной вышке с первого на четвертый этаж. Мне заинтересовало. Я подошел к ним. Ну, они говорят, чтобы понять, как это легко или нет, говорят, поднимитесь наверх и посмотри, говорят, с четвертого этажа. Я это сделал, ну, довольно так, ощущение страшновато. Когда я повернулся назад, в этом короле уже был прерыв, как они говорят, перекур. И к ним подходил начальник, такая одежда с кубиками, такой это, важный, ну, а мне было 17 лет, я еще. Спросил у меня, вы, молодой человек, что здесь делаете? Я ему ответил, что мне интересно, шел мимо, мне интересно посмотреть. Спросил меня образование, спросил, работаю или нет я. Ну, узнав, что я свободен, он говорит, может, вы нам поможете? Может, вы придете к нам в пожарную охрану? Ну, я подумал и согласился. Так как мне еще 2 года было до армии, все равно где-то надо было работать. Дали мне направление на медкомиссию. Ну, и там еще ряд вопросов, какие документы я должен собрать. Все это собрал, пришел, они мне оформили на работу в качестве рядового пожарного. В караулах тогда людей было мало на выезд, принимали даже женщин, по 2 женщины были в караулах, принимали студентов пединститута, КИСМа, они приходили в 5 часов вечера, уходили в 7 утра, ну, оказывали посильную помощь нам, значит, и в тушении в ночное время, несение службы, подготовки техники к сдаче. Ви все життя попрацювали, власне, в рятувальником, правильно? Ну, всього, по-моєму, 49 лет з армії. А фактично в організації я пробував 33 роки. Після цього 10 років тренувала збірну області по пожежно-прикладному спорту в качестві головного тренера, так як я був вже мастер спорту і окончив пединститут, факультет фізвоспитання. Як раз це вже було по моїй. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, сьогодні достатньо молоді серед рятувальників? Люди молоді зацікавлені в тому, щоб опановувати саме цей фах і працювати пожежником? Ну, скажімо так, в даний момент в МЧС або пожежній охрані працюють в основному молоді. Стариків ні. Тоді працювали, коли я поступав, і 60 років були, 50-літні були. Вот. А сейчас 20 лет или 25 отслужил, и человек свободен, будет уходить в отставку. Потому вся молодежь работает. Социальный захист достатний, зокрема, у ветеранів рятувальної служби, у вас?
Ну, ветеранам, скажем так, вот такие, как я, которые имеют более-менее такую высокую должность и уходят на пенсию, то я могу сказать, нормально. А вот уходит, когда начальник караула или тоже капитан уходит, очень мало. У них пенсия где-то порядка 1100-1500, вот такая, гривен. Ну, в наше время прожить офицеру на эту зарплату, содержать семью, конечно, это не зарплата. Да? Ви не просто працювали рятувальником, у вас багатий життєвий досвід і, зокрема, навіть є геройські вчинки. Розкажіть про це. Маєте навіть відзнаки? Ну, так, був я в 94-му році награджений медаллю за відвагу на пожежі. Этот случай мне запомнился на всю жизнь. Вот. Я уже был тогда в должности помощника начальника штаба и находился в управлении пожарной охраны. Мы тогда, оно было расположено в областном ГАИ, вы знаете, да? На Габдурахманов. Вот. Получив вызов, мне сообщили, я сразу уехал, как раз был большой пожар в Украинском театре. Это, наверное, знает весь город, да? Когда я приехал на место, то подразделения уже многие поприбывали. Вот, были расставлены автомобили на водоисточники. Вот, я дал команду вызвать пожарно-насосную станцию, установили на НГУЛ и начали подавать воду в перекачку. Это для того, чтобы было достаточно воды. Вы знаете, у нас основное тушение – водичка, да? Ну, первым, что пошел в разведку, да, провел разведку, оценил обстановку и принял решение, что основные силы и средства нужно увести на путях распространения на зрительный зал. Потому что пожар возник на сцене, а это очень страшно. Потому что в театрах, где возникал пожар на сцене, в основном сгорали. Я могу привести пример театр Ровного. Ну, западной нашей, в Украине, сгорел полностью. Вот такой был аналогичный пожар, очаг. В Свердловске, это в тот год после нас. В Свердловске, это Россия, сгорел, полностью выгорел театр, понимаете? Потому что это очень опасно. О. И так и загасили пожар в театре успешно? Ну, сейчас еще пару слов, да? Угу. Подали средства на защиту зрительного зала, вы же в театре были, знаете, это же, если пожар туда оно перейдет, это очень опасно. И защиту крыши, и защиту боковых помещений, там, подсобные разные. Там. И вы же понимаете, знаете, что сцена, там масса сгораемого материала, да? И как огнем охватило. Когда я поднялся на крышу, то огонь уже большущий выбивал туда, на крышу. Ну и в это время подъехал наш начальник управления, тогда был полковник Ермаков. Взял руководство тушением на себя, у нас такой закон. Вот, разбил пожар на боевые участки, меня назначил начальником боевого участка на крыше. Вот там я и руководил. Ну, а что, ко всему, что я сказал, было минус 20 градусов, крыша металлическая, большой ветер, вода попадает на металл. Вы знаете, это риск, я отвечал за людей, за технику безопасности, чтобы люди все стали живы. Поэтому я дал команду, чтобы все передвижения были по крыше только на веревках и на пожарных рукавах. Все обошлось нормально, люди все живы. В течение где-то 2-2,5 часов мы пожар ликвидировали, а потом потушили полностью. Такий дійсно геройський вчинок, і я гадаю, що будуть ще в історії Кіровоградської. Ще секунду. На жаль, у нас немає просто часу, у нас вже немає його. Це треба, ще секунду. Я прошу, так, завершити. Вот при мне же полковник позвонил генералу Киеву, начальнику головного управления. Он сказал, что пожар ликвидирован. Он говорит, не может быть, что в театре вот, пожар возник на сцене, чтобы ликвидировано. Вы обманываете. Я говорю, мы, говорю, приедем, если это вы обманываете, значит, снимем с вас погоны. Если не, готовьте 6 человек к награждению. Вот тогда за этот пожар, значит, 6 человек были награждены пофамильно. Это представитель первой части был старший пожарный Елецкий. Вот,
командир второй части Никитин, старший пожарный этой же второй части Немченко, начальник третьей части капитан Костяков и командир первой пожарной части был Харченко. Это все были боевые командиры, все опытные. Ну и потом где-то уже в 85 году указ вышел в газете «Советский милиционер». Ну і всіх наградили. Да. Я думаю, що сьогодні на Кіровоградщині теж залишаються герої, такі, як і ви. І, власне, так, так, я зрозуміла. Дякую вам, що ви такі є. Сподіваюсь, будете справжнім прикладом і надалі для героїв та рятувальників Кіровоградщини. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні у нас у студії був ветеран пожежної охорони, підполковник внутрішньої служби Віктор Сієнко. І, власне, всіх пожежників ми ще раз вітаємо із професійним святом. На все добре, залишайтесь на каналі Кіровоград.